Приветствую вас на канале сети ветеринарных клиник Биовет. Сегодня мы расскажем, почему собаки могут облизываться. Чаще всего это нормально, но иногда облизывание возникает из-за различных болезненных состояний вроде тошноты. Есть много различных причин для того, чтобы ваш питомец часто облизывался. Причем в них входят как привычные естественные состояния организма, так и некоторые заболевания. Среди неопасных причин можно выделить нервозность, реакцию на запахи, активное слюнотечение, постоянное попадание в шерсть в рот. Такое поведение может возникнуть и на фоне болезненных состояний, например, при заболевании полости рта, носа или глаз. Если же вам кажется, что облизывание связано с болезнью, обязательно покажите питомца ветеринарному врачу, который, возможно, назначит дополнительную диагностику, анализы крови, УЗИ брюшной полости и другие, в зависимости от результата осмотра. Тем питомцам, у которых выявили те или иные болезненные причины облизывания, необходимо лечение, которое может включать санацию ротовой полости, назначение антибактериальных препаратов, либо противовоспалитель. Профилактика болезней, вызывающих облизывание, сводится к вакцинации, грамотному подходу к выгулу питомца, заботе о зубах, а также к своевременному обращению в ветеринарную клинику при возникновении каких-либо жалоб. Напишите в комментариях, сталкивались ли вы с тем, что ваша собака облизывается по непонятной вам причине.